Я Насонов Владимир Владимирович, 7.09.83 года рождения. Прохожу службу в 1-й славянской бригаде, 9-я рота, 3-я МСБ. Недавно у нас был вопиющий случай. Наш пьяный командир собрал подразделение и погнал на штурм. Ему попытался остановить его прапорщик. Но так как командир был выпивший, достал личное оружие и начал стрелять в воздух. После чего мы пошли все равно на штурм, нас повезли. После этого штурма 70% личного состава было потеряно. Около 2 дней мы наносили 300-х и 200-х. Хочу лично добавить от себя. Это не единичный случай с нашим руководством и нашей армией, как гонят людей на убой. Русские, это не наша война, и не стоит нам сюда лезть.